Всем здорово, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли о Геймице. И сегодня у меня на обзоре необычная коробка, а с конфетами. И со мной еще моя тетя. Всем привет! Всем привет! Приехала в гости, решила заказать конфеты. Конфеты из Европы, есть группа ВКонтакте, так и называется. Импорт Шоп. Вот, посмотрите, какая прикольная коробочка. А ссылочка будет внизу. Так, в общем, Милан, ты хотела давайте открыть? Давайте распаковывать. Да, давайте распаковывать, и мы обязательно их будем пробовать. Опа! Так, на данный момент мы сейчас видим... Шоколадку. И еще вот эти две. Блин, штучки. Столько вкусняшек. Да, давайте разложим, да? Подожди, убирай вот это. Моя мечта. Ложи, нет, вот так вот положи. Вот там, вот. Это шоколад. Ой, это... Видимо, кто-то хотел... Съесть, да. Даже не закрыли. Смотрите, а это шоколад. Посмотрите, какие они, в какой обертке. Так, на что смотреть? Это вот такие. Это у нас... И... Так, Милки. Милки. Новинка. У нее шоколадная, у меня с крошками. Йоу. Да, здесь просто с шоколадкой. Так, ну что ж, с чего будем начинать? Самого простейшего или самого крутого? Давай вот уже коробочка открыта, с нее начнем. Давай, так, тут две. Можно? Еще одну пачку достать. А ну я думаю, тут мы разделим, да? А так я посмотрю, тут 4 штуки в одной. Так, это мы пробуем Орео шоколадную. 4 штуки в одной штуке. Нет. 2 штучки. Нет, 4 штуки. Нет, 2 тут. 2 штучки, мамочка. Это потому что шоколадная. Так, ну давайте мне половинку. Сейчас. Вот такие шоколадные и внутри Орео. Еще печенька там. Так. Давайте. Так, ну что ж, давайте попробуем Орео с шоколадным сиропом. Ну да, очень смотрите. Вкусно. Как я предполагала, внутри печенька, потом шоколад сверху и внутри еще шоколад. Очень хрустящий. Шоколад наивкуснейший. Только я не понимаю, что это белое внутри. Наверное, можно, молоко. Может быть, это глазурь. Может быть, глазурь. Нет, не похоже на глазурь. Молоко. Да. Ладно, я много шоколадок не кушаю. Ну, в общем, эти печеньки вкусные. Давайте. А что, Миланочка, почему не откусила? Ладно, давайте... Давайте попробуем вот эту. Ну, давай, это шоколадка. Покажи. Вот так. Ну давайте откроем. Отсюда. Так, откуда? А, все нашел. Так. Открывай. Так, все. И сначала у нас идет фольга. Ну, это как в обычных шоколадках. И подходит. Всегда бывает фольга. Ну, так. Ну-ка посмотри, я чуть не понял. Тут все закрыто. Не бойся, она просто вот так делаешь. Аккуратно. Так. Она здесь на бумажке. И уже смотрите, она разделена. Вот. Классно, да? Очень удобно с кофе в прикуску. Вот это вообще классно сделали. И можно брать. Я брала тоже такую шоколадку, только она была розовенькая. Смотрите, так. Внутри белая какая-то начинка. Они со вкусом, это кофе. Как будто капучино. Вау, это вообще вкусно. Латте! Ну, там уже латте. Написано же, да. Латте макиато. А, латте макиато. Тогда это не есть кофе. Есть кофе. Это как взрослым, детям, всем, короче, можно, да, Мила? У меня еще шоколадная была. Молочная, да? А сейчас шоколадная. Разные есть, да? Получается разные. Да. Вообще ладно. Классно. Открываем вот такие милки печеньки. Они у нас идут
печенька и шоколадная глазурь. Так. Давай. Ох, ничего себе. Сейчас. Такие. Они в форме коровки, посмотрите. А внутри вот такой шоколад. Ничего себе. Так, вот они. Вот, честно говоря, печеньки я мало ем, а вот такие вот. Они пахнут как крекер. Ну, лично для меня похоже на крекер. Да. Как песочек рассыпчатый. Да. С чаем, да, Милан? Мне кажется, это как просто шоколад. Тебе нравится? Мне нравится. Вкусно. У меня такие шоколадки в школе. Ой, как сладко. Что-то мне уже захотелось вот эту вторую, потому что смотрю на эти шоколадные крошки. Открывай давай. Они сверху выглядят как овсяные. Сейчас посмотрим, что внутри. О, вот я люблю с шоколадными крошками. Это моя тема. Вот смотрите. Так, дашь Миланочка мне тоже одну? Так, вот, держим. Спасибо. Все. Третьим. Все, все попробуем. Хотите, посмотрите. Тоже вкусный. Тут шоколад прям кусаешь. А печенька сыпется, прям тает. А шоколад тоже тает. А здесь такой же шоколад. Есть же мороженое, сверху такая же штука шоколадная. Типа ее кусаешь. Посыпка, да? Да. Угу. Вот это вот. Вкусно. Очень. А это что такое? А тут кроме шоколада вроде еще что-то есть? Нет, там кроме шоколадки ничего нету. И так, и последний почти. Что вам больше всего понравилось из этого? Нет, пока еще нет, потому что еще есть. А, у нас же еще есть. Так, поехали. Я тут вижу, тут видно, что... Дабл Орео. Как будто птичье молоко или что а это? А тут точно две штуки. В одной штуке четыре штуки. Точно. Попробуй только ребятки. А, почему? Я вот такую вот... Пышные вот эти зефирки с этим жидким. Ну ты попробуй, пышные. Может они какие-то другие. Это не пышные, Лен. Они жидкие вот такие. Как тут глазурь? Они еще себе упаковали. Ну вот что-то я тоже немного. Ой. Разломалась, да, вот. Эти половинки меланки? И внутри вот такая вот. Красиво так выглядит. Да, еще тут и зоры прям. Посмотри, Лен, не страшно же такая штука. Все, достали? Вот. А вот ну, покажи целую. Классно выглядит. Я смотрела, пахнет... делали такой пранк, эту штуку снимали и пасту ложили. Да? Вообще вкусно. Я почему-то хочу есть вот так, почему не знаю. Прям так и хочется. Ванилью пахнет. Это... Мне кажется, что это ванилька. Я перепутала. Это не зефир, не птичье молоко, это крем. Очень вкусно. Потому что Орео у нас... Продается поштучно, имеется в виду вот таких же, как сказать, упаковках только, а вот такими именно коробками не. У нас только есть длинная коробка, а вот больше широкие нет. Но вкусно, да? Угу. Очень красивые упаковочки. И что, какие вкуснее оказались из этого всего? Ну, мне лично, мне больше всего понравились... А вот эти вот шоколадки, они прям отдают кофе. Так как я не большой любитель печенюшек, а шоколада. Шоколадуши. Да, шоколадуши. Но мне понравилось... Может, да, да, да. Вот это вот как раз. Я не люблю как раз печеньки, я люблю вот такое вот. А, это есть печенье. Да, ну, в общем, перепутал. Короче, Эдвин не любит печенье, он любит печенье. Нет, я люблю особые печенье. Да. А ты, Милан? Вот это. Из этого всего самое-самое вкусное какое? Это все? Не, ну одно. Вот чтобы ты вот тебе разрешили сейчас только одну штуку взять из этого. Одну штучку, что-то. Вот сейчас что возьмешь? Ничего. Ну понятно, ты наелась. А вообще, что бы сейчас взяла с чаем попить, например? Если бы где-то в самолете надо выбрать, то я бы...
взяла ничего, но если все, то да. Умно. Короче, одно не получилось. Если все, то да. Ну ладно, одно, Милана, что-то одно. Вот смотрите, это. Вот все, больше кушать нечего, только это. Одна штучка. Выбирай, все. Вот ты пришла в магазин, что бы ты купила? Вот смотри, ты что-то вот это... Украла все конфеты. Давай, одну штучку. Вот смотри, ты выбираешь это все твое, а это... Эдвин, подожди, что? Шоколадку. Вот это шоколадку? Вот это. Так, смотри, вот эту и вот эту. Ну и вот эту, и все. Короче, все. Они просто для меня все вкусные. Очень сложный выбор. Было очень вкусно. Тебе было вкусно? А нет, вам было вкусно. Было вкусно. В общем, подписываемся на мой канал, ставьте лайки и не забудьте написать в комментариях, у кого есть, может быть, такие же печеньки или какая-нибудь одна. Давайте вот. Мы покажем все печеньки. Ну, в общем, они, наверное, уже поняли. Ссылочки в описании. Можете перейти. Это уфимская компания. Да. Так что всем пока. Пока.